Всем салют! Это очередной выпуск барных новостей, в котором мы знакомим вас со всеми новинками нашего обширного меню. И сегодня мы будем готовить коктейль одного из самого знаменитого и профессионального бармена мира, Сальваторе Калабреза, и его коктейль Breakfast Martini, или Мартини на завтрак. Для его приготовления мы будем использовать наш собственный апельсиновый джем. Коктейль получается очень цитрусовый, свежий. То, что надо для завтрака. Следующий ингредиент – это лимонный фреш. Добавим немножко пикантности и побольше апельсинового. Это будет апельсиновый ликер, французский Куантро. И далее. Самый главный ингредиент этого коктейля – это сухой джин Бифитер. Осталось все сбить. В качестве подачи мы будем использовать бокал Шале. Такой очень милый и красивый. И отфильтровываю. Прошу, ваш мартини на завтрак. Добро пожаловать.